Дороги не чистят, дома разваливаются, крыши текут. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Живые мишени. Аварийный дом на Советской Армии годами держит в страхе барнаульцев. Не уверен в том, что тебе кирпич по голове не прилетит. Жильцы не могут добиться переселения в нормальное жилье. Отдайте мою площадь. Вот положено мне 45 квадратов, отдайте мне. Не прошу я ни на сантиметр больше. Борьба с ветряными мельницами. Жители Власихи уже устали просить властей отремонтировать разбитые дороги. Вот она, яма. Ямочный ремонт. В прошлом году здесь машина, жительница Лесного, пробила 2 колеса. Обычно весной некоторые жители жалуются на подтопление в квартирах, но только не жители этой двухэтажки на Советской Армии. Здесь все гораздо страшнее. Вот такие глыбы вываливаются из дома практически каждый день. Вот такое состояние, то есть на протяжении, со всего дома падает. Пеной все это сделали, насколько это безопасно, получается, ни насколько не безопасно. Натянули сигнальную ленту, рухнувшие кирпичи отодвинули в сторону. И на этом все. Дом на Советской Армии разрушается на глазах. Куски дома падают прямо на оживленный тротуар. Страшно за свою безопасность, страшно за безопасность своих детей. То есть, получается, не уверен в том, что тебе кирпич по голове не прилетит. Вы посмотрите, та сторона, дочь говорит, я сижу, как посыпались камни, кирпичи. Вот вывалился балкон, вот вывалился, вот она, балкона нет. Та вот 14-я квартира рядом со мной. У них все, упал весь потолок. Как она, бабушка, ушла на кухню, у нее весь потолок в зале упал. Мы живем под страхом. Мы вот ложишься спать и думаешь, а вот сегодня упадет. Дом на Советской Армии признали аварийным около 5 лет назад. В 2018 году ветхую двухэтажку должны были снести. Жильцам выплатить выкупную стоимость. Но предлагают копейки, возмущаются жители. Сейчас у нас идут суды по поводу переоценки, потому что дают всего лишь буквально там 2 с чем-то миллиона за двухкомнатную квартиру. Кирпичи у нас выпадают уже давно, наверное, лет 6 так точно. Недавно у нас упал балкон, где-то около года назад. Просто мужчине повезло. Буквально вот 2 минуты, как он вышел с балкона домой, рухнул у нас балкон. До сих пор руины под снегом у нас лежат. Поэтому, конечно, хочется уже, чтобы это все быстрее решилось. Все тянется резину, все через суд, все через суд, все через суд. И вот все собираешь, бегаешь туда-сюда. Нам с дедом предложили 2 350. Что я на 2 350 куплю? Мы сейчас судимся, плачем. Мы старики, у нас ипотеку не дадут, кредит нам не дадут, ничего не дадут. Что ж мы должны под голое небо идти? Отдайте мою площадь. Вот положено мне 45 квадратов, отдайте мне. Не прошу я ни на сантиметр больше, но вы мне дайте такую сумму, чтобы я могла купить и хочу купить в этом районе. Если жители не согласны с предлагаемой выкупной стоимостью, то они могут запросить судебную экспертизу. Если удастся оспорить эту сумму и доказать, что она больше, получить судебные акты и предъявить его уже непосредственно ко взысканию. Но мы должны помнить о том, что рыночная стоимость аварийного жилья, она не равна рыночной стоимости аналогичного жилья неаварийного. И если, например, стоимость неаварийного жилья на рынке – это 2 миллиона, к примеру, то стоимость аварийного жилья – это минус 30–40% на аварийность. Специалисты также советуют жителям провести экспертизу с учетом самого земельного участка, который зачастую не учитывают. Благодаря этому получится добиться больше компенсации. Но пока идут судебные тяжбы, управляющая компания, обслуживающая дом, в рамках акции запенивает дом. Но это не спасает его от разрушения. И так вот и ходим по страхам жизни. Один из центральных проспектов города – проспект Комсомольский. Дорога ровная, асфальтированная, ехать по ней – одно удовольствие. А это уже сплошные американские горки. В селе Власиха не дороги, а сплошные ямы. Местные жители говорят, что дешевле покупать машины, нежели их ремонтировать. Вот мы в прошлом году снимали репортаж, что вот здесь должна быть труба. Вот она. Сейчас, если потепление, все, тут уже на легковой машине даже и не думай ехать. О злополучных дорогах барнаульского пригорода мы рассказываем уже не первый год. Зимой практически весь поселок – одна сплошная колея. Пешеходы лавируют, чтобы не упасть, автомобилисты ежедневно совершают опасное восхождение. Улица Первомайская. А здесь подъем. Все во льду. Я не знаю, как люди будут здесь ходят и ездят. Как подниматься, бог его знает. Ужас. Мы поднимемся? Поднимемся. Ну вот так и ездим, как гололед страшенный, машины не едут, люди не идут. Скользко очень. Сейчас кое-как с ребенком дошли до остановки, чтобы в школу уехать. Очень скользко. Плачевно для машины, даже для пешеходов. И сейчас на данный момент вот очень скользко. И тоже дороги опять же не посыпаются. Ремонт машины, вот в этом году я ремонтировала 2 раза. У меня первый раз отвалилась подвеска и второй раз запчасть, не помню, как называется. А это минус десятки тысяч рублей. Жители говорят, бюджетнее вкладывать деньги в новое авто. Дешевле купить, чем отремонтировать. Вот она, система АБС, все срабатывает, чтобы машину удержать. Вот она, колея. И вот эта улица зеленая с буквами, она на балансе не стоит, ее не чистят. А это центральная улица Мамонтова. По ней впору ходить мамонтам, а не людям и железным коням. Сплошные ямы да выбоины. Вот она, яма. Ямочный ремонт. В прошлом году здесь машина, жительница Лесного, пробила 2 колеса. А ведь эту дорогу ремонтировали. В 2017 году возмущаются жители, но асфальт уже разрушился. Жители неоднократно обращались с жалобой в комитет по дорожному хозяйству. Дорога была отремонтирована с нарушениями. И мы видим на сегодняшний день, что гарантия заканчивается. Вернее, она закончилась у нас в прошлом году, но нам обещали гарантийный ремонт. А в этом году мы уже видим, вот она яма. Вот мы видим, что расслоение слоев асфальта. И вот они все нарушения, которые указаны вот в Следственный комитет. Причем у жителей не только вопросы к подрядчику, который ремонтировал дорогу, но и к властям, которые не содержат ее надлежащим образом. Это ливневка. Это ливневка. Вот мы ее видим. Она стоит выше уровня дороги. Вот она ливневка и вот она дорога. Мы видим, что дорога стоит и ливневка. Ливневка выше. И мы видим расколы асфальта. Вот он трещины, вот они сколы. Вот он после гарантийного ремонта. Это заплат, так называемый гарантийный ремонт. Но он не гарантийный ремонт, это ямочный ремонт. Это на сегодняшний день мы видим ямочный ремонт. И если мы видим, вот он тротуар, он у нас полностью не чищенный. То есть в зиму здесь никто не вывозил снег. Ливневки установлены с нарушением, дороги не чистят. Влага проникает в асфальт, разрывает его, отсюда и ямы. Лучше всего, кто подрядчик делал в этом году, просто-напросто не давать им подряд до тех пор, пока они здесь не заделывают свои грехи. А потом получаете большие подряды и делаете другие дороги. А они здесь насопливили, там насопливили. Почему дорога отремонтирована с нарушениями и выполнит ли подрядчик обязательства по ремонту, спрашиваем в администрации города в официальном запросе. А в это время люди ждут и надеются, чтобы их услышали. Уже по ответвлению малых улиц ни о чем не говорим. Просто-напросто центральную дорогу нам хотя бы сделайте. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!